ущелье Башиль или Башиль-Ауз – один из красивейших уголков Кабардино-Балкарии, расположенный в отрогах главного и водораздельного хребта Большого Кавказа. Дорога в Башиль начинается по Чегемскому ущелью. Выше селения Булунгу ущелье делится на две ветви. Одна ведет в Башиль, вторая – в гора Ауссу. Это ущелье примечательно тем, что здесь на небольшом участке расположились все географические зоны Кавказа. Хвойные и березовые леса, альпийские и субальпийские луга, покрытые буйной растительностью, и вечные ледники. Леса насыщены полезной растительностью – дикой малиной, брусникой, костяникой, грибами, всевозможными лекарственными травами. По ущелью течет река Башиль-Ауссу с такой чистой и прозрачной водой, что выше альплагеря Башиль ее можно пить не раздумывая. Природа настолько к нам добра. Вот каждый вот такой цветок содержит что-то нужное, необходимое нам. Это кусочек любви природы к нам, может, Всевышнего к нам, не знаю. В отличие от других туристических мест Кабардино-Балкарии, в частности при Эльбрусе, ущелье Башиль не избаловано вниманием туристов. Построенный здесь в 1970 году лагерь Башиль на 140 мест в основном пустует. Он находится в ведении ОАО «Кабалк-турист» и предполагается для использования в качестве детского оздоровительного комплекса. Организовано в 2003 году. Фонд называется Межрегиональный благотворительный фонд по охране и поддержке дикой природы. Цель – сплочить, сблизить наш народ, чтобы жил в гармонии с нашей природой, такой красивой, такой уникальной природой. Для решения этой задачи в 2007 году впервые в истории республики был организован конный переход по пяти ущельям республики. В переходе приняли участие конники Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии Алании. Был 90-летие Кайсина-Кулиева, делали восхождение на пик Кайсина-Кулиева. В этом году переходы делали, посвященные Дню России. В 2007 году первый конный переход. В 2008 делали второй конный переход. Старт был с нашей республики и стартовали в Карачаево-Черкесию. Очень хорошо встретили они там нас. Они тоже сказали, поддержим, если будете развивать конный туризм. Чегемское ущелье, с которого начинается дорога в Башиль, богато историческими памятниками. Здесь есть сооружение 10-11 веков. Это каменные мавзолеи-усыпальницы, каменная трехэтажная сторожевая башня, башня Колобековых 18 века, каменная лестница в скале, которую, по легенде, 500 лет назад построили греки. Здесь же живописные чегемские водопады, в районе которых построен уютный этнографический уголок.